Столкнулся с заболеванием невромом Мортона где-то, наверное, лет 5 назад. Сначала эпизодически были боли, потом в какой-то момент перестал носить узкую обувь, потому что болели пальцы и немели. Ну, соответственно, где самая лучшая клиника? Самая лучшая клиника в Сколково, Хадаса. Вот, приехал сюда травматолог-ортопед Эльдар Александрович, провел осмотр. Ну, соответственно, вчера приехал, сегодня вот выезжаю. Операция прошла хорошо. В принципе, ничем не отличается, по моим ощущениям, от гастроскопии с седацией. Тоже там быстро все произошло. Кормят отлично. Персонал, врачи, медсестры отзывчивые. Все было хорошо. Болевых ощущений нет. Соответственно, надеюсь, что все. Там через 3 недели буду бегать, прыгать.